Да, то, что вы совместно делали, это все было любопытно. И я знаю, что вас спрашивали уже об этом, но я тоже спрошу, почему Виктюк? Вы такие, как мне кажется, разные. Разные. Очень разные по всему. Дело все в том, что я... Мне неловко говорить, я написал, я придумал. Ну, такую пьесочку я написал. Сначала эпиграмму написал, показал ее... Эпиграмму на Виктюка? Нет. Ага. Никите показал эту эпиграмму. Михалкову? Нет. Эпиграмма была про Эдика, уважаемого мной Радзинского, замечательного, талантливого, любимого мной человека. Так. Я был на его лекции о товарище Сталине и придумал. Угу. Никите рассказал, он говорит, напиши пьесу. Это вообще, это застряло в башке. Я подписал к этой, значит, эпиграмме. Позвонил Эдику Радзинскому, прочитал ему кусочек этого стихотворения и сказал, как ты относишься к Сталину? Ну, это как он относится, он написал столько книг. Я его боюсь, сказал он. Я подумал, вот с этого я и начну пьесу. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».